Сегодня я собрал вас для того, чтобы наконец-то избавиться от геройского гнета. Нам приходится скрываться, приходится сдерживаться. Этому должен прийти конец. Объединившись, мы изменим устои общества и избавимся от геройской односторонней справедливости. Я рассчитываю на вас, Тамура, Олег, сотрудничать, чтобы сокрушить героев. Интересно, а какую пользу мы можем получить от сотрудничества с тобой? Потому что у меня есть секретное оружие, которое еще успеет вас удивить. Мне это неинтересно. Кажется, это не кастинг для Людей X, да? Это тебе, Марвел. Простите, что отвлекаю, но вообще... По последним новостям... Тут закон типа постановили, что с 14 октября 2018 года все права на владение Бобиной Хироакадемии переходят к компании Marvel. Нас выгубили! Идем собираться к съемке. Да успокойся уже. Неужели тебе совсем не интересно? У меня волнение отобьется, сердечко. Давайте проявим немного терпения. Ничего. Осталось лишь дождаться их появления. И тогда... Что это? Пластик. Настоящий микрофон. 12. Радиоактивные люди. Альянс злодеев, сдавайтесь. Мы окружены. Сопротивление бесполезно. Думаю, с этим транквилизатором вы не скоро сможете двигаться. Что ты теперь собираешься делать? Пытаешься тянуть время, не выйдет. Ни в коем случае, просто хотел запугать. Вы приближены, об этом месте больше никто не знает. Сигнал не проходит, чего мне бояться? Нас, герои, ты ведь не думал, что мы сдадимся? У нас сильнейшие. У нас есть единство, и мы никогда не отступим. И ты, который умудрился всех нас взбесить. О, так уж и вышло. Таким был план. Фиговый план. За мною армия. А у нас всемогущий. Пойми, что тебе не выиграть. Нет ни одного шанса, что у тебя получится взять верх над нами. Мы защитим город. Но... Все не будет проще, если город будет некому защищать. Верно? Что? Моя способность меня еще никогда не подводила. С мужиками такое случается. Не часто. Один раз в 5. Да чтоб тебя! Он махнул рукой. Это знак? Это знак? Это знак! Девочкам точно не хватало моего внимания. Мне нельзя понимать.
Я работаю в одиночку. Ты дождись. Девчонки, у вас типа переводят другой сериал. Почему на мэте кимоно? Цвет ужасен. Потому что он теперь аватар! Нет, в этом я участвовать не буду. Ну что, дамы, на поиски аватара? Кто из вас мог бы написать 13 причин, почему он совершил бы? Я. Первая причина, потому что учителя мало платят. Та-дам! Ну? Теперь вы в меньшинстве. Ты уже не можешь сражаться в этой форме. Возвращайся к ученикам. Уйди в безопасность. Спасибо. Рассчитываю на тебя. Что ты сделал с этой девочкой? Я? Ничего. А что вы с ней сделали? В смысле? Полиция! Быстрее сюда! Тут какие-то мужчины приставят к ребенку. Что за чушь? Скорее, они здесь. Двое мужчин домогаются маленькой девочки. Беги в академию. А их зала. Друг мой. Эй, задрот, может уже перестанешь шпынять тут, а? Бакуго, как одноклассники мы должны быть дружелюбными друг к другу. А ну отошел от Декукуна. Ура-рака, мужик! Декукун, ты в порядке? Ах ты мелкая, нарываешься? Не надо драк. Мужики! Высший, вы в порядке? Да, юный Мидория, но здесь небезопасно. Мы должны пройти в зал Б как можно скорее. Но что случилось? Где же все герои? Да, там ведь столько героев на миссию пошли. Миссия, вероятно, провалена. Так, действовать нужно быстро. Всемогущему нужна помощь. Мидория, пожалуйста, проводи его к целительной девочке. Так точно! Мидория, стой! Я предлагаю разделиться. Одна команда останется в школе, другая пойдет в разведку. Как староста, я не могу позволить вам пойти туда. Только трусы сидят смирно. Мужик! Идаку, я понимаю твое беспокойство, но мы не будем их вступать в бой, верно? Я не могу сидеть здесь, сложа руки. Хорошо. Но как староста, я пойду с вами. Тогда... Мы останемся здесь. О, да, мы побудем тут, чтобы защитить Академию. Ну, если что случится. Не беспокойтесь, мы присмотрим здесь за всем. Геро. Но все же, как мы справимся? Мы всего лишь дети. Ну, это же Netflix. Трусы должны молчать. Я сам их всех сейчас разнесу. Разойдитесь. Ха. Ну попробуй. О, Нарака-чан, привет. А где же Деку? Какие глупые дети. Наша принцесса все покажет. Я не знаю, что происходит. Но где ваша человечность? Разве вы никогда ни о чем не мечтали? А вот я мечтал.
Меня часто задирали, все старания принижали, но мечту мою вы все же не сломали. Вот закрылись я немного, руки сверкают бомбы. Мечтал всегда я быть на пьедестале. Вот она моя мечта, во главе команды я. Все по списку, это просто красота. Да! И пускай я буду страшным, реагирую я важный. Знаю, что в глубине меня ждет мужик. Открыть шикарный бар, моя мечта. Ты отвечаешь.